Вот она моя конфетница, я ее помыла. Сейчас покажу. Мне она, честно сказать, необходима просто. Я люблю разные мелкие конфетки, изюм в шоколаде, дрожжешки всякие, чтобы раскладывать. И она закрывается. Так, мне нужно камеру поставить. Как же... А, вот. Вы крутитесь за вот эту ручку. Сейчас, секунду, я поставлю куда-нибудь камеру. Вот, мои хорошие, смотрите. Она закрыта. Вот так, за эту ручку, вот эту вот верхнюю, она полностью открывается. Ее надо протереть, она, конечно, будет выглядеть плавнее, вот так. Мне это удобно, чтобы все было закрыто, пыль не попадала. Ну, конечно, такой герметичности прям нет. Герметично прям закрыто не будет, но все равно хорошо. Прелесть просто. Да-да-да, цветочек такой. Вот такой цветок. Привет-привет, мои солнышки. У нас утро, 10:30. Я с масочкой, с патчем, точнее. Решила вот так вот нанести, потому что мне в комментариях писали, вот так вот правильнее. Ну, честно сказать, это такая порнография, вообще неудобно. Половина в глаз залезает. Вообще неудобно вот так, по крайней мере, мне. По крайней мере, с этими патчами. Это выглядит тоже это комично. Ну, раз нанесла, сегодня оставлю так. Муж с дочерью спят. Дочь спала вчера ночью с нами. Позавчера ночью спал сынуля с нами. Позавчера дочь спала. Так, 3-4 дня мы забираем каждого по очереди с нами спать. Почему так? Потому что посреди ночи обычно дочь просыпается, где-то 20-30 секунд она ноет, может поплакать, и сынулю может разбудить. Поэтому одного ребенка изолируем от другого. Надеюсь, это скоро пройдет у них. И вот получается, что я всю ночь встаю, проверяю, как там сынишка, накрываю его там или наоборот раскрываю. Вот, сынулю увидел меня в патчах. Что происходит? Маме! Что делает твоя мама сумасшедшая? Что делает мама? А, Аслан, не надо вставать, солнышко, не надо. Ты там так хорошо сидел. Я не знаю, говорила я или нет. У нас уже два зубика внизу. А ведет он себя так же. Никаких этих дополнительных симптомов нет. Чуть-чуть более капризный стал. И все. Чуть-чуть только у него изменился характер. Более капризный. Более плаксивый, что ли. Он и так у меня плаксан. Чуть-чуть изменилось. Но так больше ничего нет. Господи, как мне неудобно с этими патчами вот так, а? Послушала же моя голова. Решила попробовать. Может быть, так удобнее. Ну, что такое? Патча здесь отлипается. Лишний раз убедилась, что читай советы и делай, как считаешь нужным сама. Вот. Через 25 минут... Что такое? Через 25 минут должна прийти массажистка. Сегодня у нас 11 массаж. Как я говорила, будет у нас 15 массажей. Скорее всего, первому сделают сынули. А потом сегодня... Сегодня хочу выйти с детьми погулять. Сегодня очень теплая погода. Ну, как очень теплая? Ну, ветра нет точно, потому что все эти две недели был ветерочек. Сейчас, сынули. Ладно, закрываюсь. Сынули хочет играться. Мои хорошие, я не показала вам люстру. Сейчас покажу. Вчера ее собрали. Вот так она выглядит при обычном освещении. При дневном освещении, конечно, смотрится она так простенько. Так, сейчас включу свет. У меня сынуля на руках. Категорически отказывался сидеть там с игрушками. А ну, садись в кроватку, сестренки, садись. Так, секунду, мои хорошие. Так. Сейчас, мамина солнышко, сейчас. Так, сейчас показываю. У нее есть пульт. Я еще не до конца в нем разобралась. Ну, так, более-менее можно понять. Включили. Теплый свет, по-моему, это у нас. Вот перешли на холодный свет. Перешли на теплый. На холодный.
больше можно сделать, меньше можно сделать. Видите? Больше. Теплый. Так. Холодный. Я взяла люстру с 6 облачками. Там было, по-моему, с 4, 6 и с 8. С 8 для этой комнаты было бы слишком огромное. Вот это хватает, в принципе. Здесь еще всякие, я не знаю, таймер, там что-то есть. Я, честно сказать, до конца не разобралась. Вчера ночью только установили. Будем разбираться. Сынуля пытается вылезти оттуда уже. Короче, вот так вот. Выключаешь. Потом на ночной этот можно ставить. Вот включенное. Вот. Вот сюда нажимаешь. Ночной режим. Вот как бы вот так, она как светильник. Но я его так не оставляю, потому что слишком светло для этой комнаты. Комната... А, солнышко, все. Вот так, короче. Выключаем. Что случилось? Упал? Конечно. Привет, привет, мои солнышки. Сегодня у нас вторник, 23 апреля. Сегодня праздник детей в Турции. Это как у нас 1 июня, день детей. Ну, мы вышли вечером, был массаж. После массажа детки спали, пришла тетя, заловка точнее. Ну да, их тетя. И бабуля пришла, поиграли с детками. И мы вышли погулять, чтобы они подышали хоть воздухом. Приехали к морю. Район Инжиралты, народу дофига просто. Дотя спит, сынуля держит вот так кулачки и смотрит на всех. Сейчас переверну камеру и буду снимать. Здесь снимала. И не раз. Последний раз мы здесь были, когда еще Зульчика была с нами. Сейчас я вам покажу моего лопатуську сегодня. Дур, асланочки. Дур. Дюр, нерде беним олу. Аслан! Вот мое загровище сегодня, вот он сонный. А принцесса уснула. Да. Он всю дорогу снимает эту обувь. У него одна проблема, снять обувь. Вот. Сегодня была такая хорошая погода солнечная, к вечеру солнце пропало, но не холодно, потому что нет ветра. Хорошая погода, но, видите, да, пасмурно. Ночью будет дождь по прогнозу смотрела, ночью будет дождь. Море бесподобно спокойное. Сейчас поближе подойду, как же без этого. Как же я могу вам не снять море? Такс. Это корабль музея, о котором я говорила. Сегодня цвет моря такой какой-то серо-зеленый. Кто где? Кто на травке? Кто так на камешках сидит, чай попивает? Здесь это нормально, здесь это... Не то, что нормально, здесь это все делают. Наш папа, как всегда, в телефоне. Асланчик всех разглядывает. Мамин сонный! Ты такой сонный, солнышко! Не надо это грызть. Мама устала это вытирать и вытирать. Все грызет. У нас два нижних зуба вышло, теперь ждем верхние. Видите, да, сколько народу? Много.
Ну, погода суперская. А, Нечка! Ок. Садись, садись на травку. Давай, пошли. Не хочешь? Стой, стой, стой. Чем гордусь, а что ты? Травку увидел, удивился мой ребенок, даже водить не хочет. Опа! Где папа? Где папа? Папа? Смотри, папа. Останбей! Эй! Останбей! Чем даю ремню? Синовая. Синовая. Ой. Нет, ты вообще. Обувь снимает. Мы снимаем обувь. Опа. Не снимай, пожалуйста, обувь. Зачем ты ее снимаешь? Мама на тебя одевает. Капотейна? Капот, капот. Искрикоптера. А, кукурец. Пахнет рыбой и морем. Детская площадка, конечно же, как без нее. Зихрашка проснулась. Зира! Вот она, моя девочка, проснулась, пупсик. Пупсёныч маме проснулся. Она сегодня, вы не поверите, после массажа 2,5 часа дома днем спала. Это было первый раз за все это время, вот, чтобы ребенок столько спал дома. Это, видимо, этот детский праздник, день детей сегодня, поэтому она решила нам подарок сделать, выспаться. Как всегда, лодки, 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 лодки. Лодки. Везде на каждом, можно сказать, через каждые 10-15-20 метров чай, 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 чай и балкакмик. Балкакмик – это мелкая такая рыбка, она вроде как жареная, и ее в батон кладут, и там всякие эти, я не знаю, ни разу не ела, что там еще бывает. Ну, короче, рыба в хлебе. Как сильно пахнет море. Это же надо же, так прям очень сильно прям пахнет море. Интересный памятник. Ну вот здесь то же самое продают этот рыбу в хлебе. Сынуля всю дорогу снимает обувь. Опять снял. А? Нео? Вот, вот, вот.
Птенчик рядом. Он обувь снял свою, конечно же. Вот, сидит без обуви. Не оставляет на ногах обувь. Эк. Папины дочки. Это мамин сынули. Она у него лучше себя ведет, чем у меня. С ним она сидит более спокойная. Посидели, подышали у моря свежим воздухом. Сынуля уснул и идем вот туда, Оздлек. Там есть небольшой торговый центр, даже, честно сказать, язык не поворачивается торговым центром назвать, несколько магазинов. И есть ресторанчик с домашней едой, насколько я помню, когда я была беременная, мы там ели. Перекусим и, если получится, посмотреть. Почему если получится? Если получится с коляской нашей подняться, по-моему, магазин был на втором этаже. Я хочу купить этот... покрывала на спальную кровать. Вот. Посмотрю. Там как раз на втором этаже такой магазин. Там продают банные халаты, полотенца, салфетки, что-то такое. Насколько я помню. Чуть-чуть стало прохладно. Такой, ну, вечер все-таки. Поэтому. Кстати, вот эти вот лодки, на них можно... залезть. Садишься в них, и там можно перекусить. У них кафешки, мафешки, и они вечерами еще выходят в море. Типа прогулка морская.